Семинар, ми будемо питати чисті лукові, не в обжукання, не в любому тестах, не в любому пробах. На семинаре мы будем пытаться учиться вот, пользоваться вот такими устройствами. На семинар мой МВЦ функция полусима, чисто диспозитивная. Потому что ими можно, их пассивно носить. Или если под FIFA усите пассив. Положил карман. И пусом бузуна. И оно что-то там делает. Щелча попачу. Оно, конечно, работает само по себе. Евиденко я лукраза с МВЛ. Но если начинать это делать осознанно, да, конечно, у вас озабачено турмотку, что ничего. То эффективность этих устройств можно повысить на порядке. Но на несколько раз. Но основой вот самих этих технологий, база чисто технологий и методов применения этих устройств, чем методилор де фолосирия чисто диспозиции, является так называемое эксперт-операторное взаимодействие. Сумт аческие релации эксперт-оператор. Ну, релация это эксперт и оператор. Эксперт это тот, кто отображает. Эксперт он есть ачел, который... А оператор тот, кто задает изменения. Да, оператор он дефинишит аческие скимбы. Ну, опять же, это лидер или ведомый. Он лидер, и он, который он кондучит. Учитель, ученик. Мацатору, ученику. Ну, такие отношения все время в жизни присутствуют. А сколько релаций, то тимпу ундация или... Мы все время в них участвуем. Но то тимпу партичипуем на НЕЛе. Взять врача, например. Экземпл доктора. Он как эксперт должен диагностировать больного. Ну, как он эксперт, его сидят, факт диагностики. И потом, как оператор, перевести его в здоровое состояние. Потому как он оператор в транспорте на тростаре для самокате. Поэтому по жизни мы и эксперт, и оператор. Чемпиондация мы с тем, что эксперт, что оператор. Но если это начинать делать осознанно, тогда когда мы чекаем сафачем отчет лукру конштинчос, если это использовать при этом некие научные модели и имитационные модели, и сафолосим на чест сенс нечто модели инвентиве, и диэмитеры, да, кариэмитеры, то можно существенно изменить свою собственную жизнь. Но путем мод... Консидерабельность. С кем будем вьяться нас. И не только свою, но и жизнь окружающих. Почему мы вьяться нас, тогда что вам не нужно дежуру гостя? Но не с точки зрения изменения, а для изменения. По другим пунктам недели со скимбэм, где каузы с скимбэм. А то для того, чтобы и жизнь самого человека стала лучше. Потому что гаца омну София совсем была гацианская. И жизнь окружающих людей его тоже. И гаца ламеру дежуру лаха. Потому что у каждого человека есть, мы говорим, световое тело. Мы спутим, когда у человека есть часто корп и делумина. Каждый человек светится. Корчевом луминязм. Поэтому все люди светлые люди. То есть ламень сент ламень луминощ. Ну, по-разному. Да, диферит луминязм. И поэтому, когда люди начинают взаимодействовать с световыми телами, отучка два меня чепса интеракционизе у корпуля делумина. На вот этом взаимодействии всегда можно родиться что-то новое, сильное и неожиданное. При начастой интеракционе сипати нашли чеба ноу, путерник, фурмосщи, неаштептат. Ну, вот словами много чего можно не объяснить. Пинкубинте есть мульти лукру, ну сипати эксперимент. И семинар дает возможность почувствовать хотя бы что-то, как вот эти световые потоки взаимодействуют с людьми. Семинар не до посибилитати, когда мы сенсим кум, а чести куренте с кум делумина, да, интеракционяза дерва. Как можно взаимодействовать не только там вербально, или телесно. Мы будем с интеракционным вербальным физик. А как можно почувствовать свет, который идет от другого человека? Мы будем с сенсим лумина, кальвини девалто. Как человеку передать любовь со своим собственным светом? Мы будем вам с трансмитим пробрия драгости, драгости, а вынуть пробрия лумина. Так, чтобы можно было этому человеку или кому-либо другому. Значит, филка, касса путем, а чествуем сам алтуем. Помочь на любом расстоянии. Сыяжутым на общей дистанции. Стать близким с этим человеком тоже на любом расстоянии. Сафим апропиять, апропи, кяр на общей дистанции.
Ну, если кто хочет попробовать, приходите к нам на семинар. Чи пляс Венчерча, бери слова на семинар. У нас там, правда, времени немного. Но и новым фактом утим, плача семинар. Но что-нибудь почувствовать вы обязательно сможете. Да, чего со синтиску один брат посигурался без путя без. Вот Андрей со Светой побывали у нас на семинаре. Да, посла, у нас это семинар по Светлана. И решили, что вам тоже надо попробовать. Еще аулат хотели, кому тот потребует сенчергать. Поэтому вот они организовали вот эту встречу. Поэтому еще раз им большое спасибо. Давайте сделаем перерыв. И потом будем отвечать на вопросы. Пропоним, сафачим о паузу. Первым мы распоним на антревет, и Карл Саратемов Филмулес сделал семинар, лакарем после по Светлана. 10 минут перерыв. 10 минут делаем пауза. Мы за это время померяем людей, которые у нас уже мерились. На честь тем, кто его мусора вам не пекали, но я мусорады на инде, для полоси транслайтер. Наши, а потом от дупа. Касательно результатов.